6 случаев присасывания клещей к человеку выявлено на Камчатке с начала 2020 года. Пострадали 2 взрослых и 4 ребенка до 14 лет. В Краевом Роспотребнадзоре рассказали, что в лаборатории особо опасных инфекций исследованы все 6 клещей, которые были сняты с людей. Из них 2 клеща были носителями инфекционных заболеваний, опасных для людей. Так, один клещ был возбудителем клещевого боррелиоза и моноцитарного эрхлиоза человека. Еще в одном клеще обнаружена ДНК боррелиоза. Все пострадавшие люди здоровы. В Роспотребнадзоре добавили, что в начале 2020 года произошло на 7 случаев укуса клещами меньше, чем за аналогичный период прошлого года.